Мы познакомились с Серджи Фриджерио 24 года назад, и сейчас я уже могу сказать, что эта встреча была одним из самых ярких и важных событий моей жизни. Прежде всего, она показывает, насколько условны границы государственные, культурные, языковые. Когда мы общаемся, мы понимаем друг друга с первого слова, без слов, по взглядам. Несмотря на то, что я не говорю по-итальянски, Серджио не говорит по-русски, и мы общаемся на очень странном, ломаном английском языке. Серджио Фриджерио прекрасный, удивительный человек. Он очень верный друг, который говорит очень мало, но делает гораздо больше, чем говорит и обещает. Он человек предельно мягкий и в то же время невероятно твердый в том, что касается его принципов и убеждений. Но настоящим открытием для меня стала его музыка. Она не следует каким-то эстетическим, стилистическим догмам и канонам, при том, что она абсолютно совершенна с технической точки зрения. Она написана так, как будто до него никто не писал музыку. Это совершенно невероятное ощущение, которое я испытываю, когда слушаю эту музыку. Но самое главное, она написана сердцем, а не холодной головой. Корнями она уходит в глубокую древность и в то же время звучит очень свежо, смело и в хорошем смысле слова авангардно. Я думаю, что так писал музыку Мусоргский, на которого Серджио очень похож, в том числе и внешне. Однако его музыка не только прекрасна. Серджио Фриджерио возвращает музыке ее изначальную суть и цель. Лечить человеческие души, давать людям свет, утешение и надежду.